Предлагаю вашему вниманию канал Бзденко ТВ. Это очень скиллованный мужик, который умудрился разложить целый клан с 3 хп. На его канале вы найдете очень много интересных роликов по раз, таких как он выживает и карает просто всех. Подпишись на его канал и поддержи лайком, ссылка в описании под видео. Где я играю? На серверах Rustan World. Ну чё там? Что-то все хуево, темно, сейчас. Допрыгнем. Ну а можешь, если сможешь еще один пристроить, то допрыгнем до него. Можно ремонтный верстак поставить. Ну, надо быстрее это решать, и надо быстрее, чтобы этот грейдил. Став, быстрее грейдил. Давай, давай. Адекват, а ты с гранатометом уже начинай подтягиваться. Понял. Да-да-да, крышу. Самое главное, крышу. И там два потолка каменных. Джаз, что у тебя получается там еще пристроить? Скорее всего, нет. Нет, да? Блять, ну мы не допрыгнем. Допрыгнул? Ё-моё. Прыгаю. Есть, на месте. Лекаюсь. Адекват, гранатомет. Понял. Прыгаю. Сейчас залекаюсь. Контролю его. Убил. Надо решетку, блядь, расхуярить. Да ладно! Блядь, кто снизу, поднимите. Блядь, кто постройка строит еще? Я иду вниз. Поднимите. Юрец. Да. Ты зачем подстройку-то делаешь, если мы уже построили? Я, ну, тащай свой построю. Блядь, ты умер. Да я сейчас этот, я хотел сделать. Возьми там камень у меня. Забрал. Есть камень. Этот. Да. У тебя в руках ствола не было? Не, конечно. Все. А, ты мне ТП? Да. Ща, подожди, дружище. Зарезался. Принял. Кто бьет, что там, чем? Я. Да получил ладно. Ранение, ты мерзнешь. Да где-нибудь зарезался в лете. Ага, ходят, поднимаются. Ну. Вонь. Mm. Тут, блядь, тут, короче, нужно, чтобы ты встал, я на тебя прыгнул и уебал его. Давай. Сесть мне, да? Лучше. Угу. Двигаешь меня. Ох, блядь, не. Там сидит, да? Да. Как думаете, допрыгнуть? Чё, мы сверху пойдем, что ли? Да, да. Сейчас, я лезу. Допрыгну точно? Ну, мы допрыгнули. Я тебя, если чё, подниму. Есть. Лекаюсь. Один я лошара, да? Ну, как тебе сказать? Ну, да. Ладно, я не буду туда прыгать. Так, готов это к вас? Да, ты снизу. Беру гранатомет. Куда стрелять? А, вот здесь решетка. Ну, вот сюда, короче, стреляю. 500 хп решетка. Вот. Ну, как бы, тут и стена вылезет, решетка. Как бы, так, все может, одинаково. Потолок где-то? Ой, блядь! Ага. Кто по мне? А смотри, а тут решетка 170. Да. Во, 170, да, давай ее выбьем. А кто на второй подстройке стоит? Да это юрец занимается. Да, 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 давай, стреляй. Дайте мне топор. Есть кирка, но это уже не действует. Как не действует? Ай, блядь! А. Ты че мне по голове? Да нет, не действует, стреляй с гранатомета, стреляй. Понял. Готово. Угу. Хилки у него там есть? Есть. Отлично, минус. Патроны. Дерево. Болт. Угу. Ага. Лутай. Да, лутаешь его, да, тело? Угу. Так, здесь перевернутое все. А, значит, стрелять-то как, ё-моё. Да ладно, откинуло, пока.
Кто на пристройку поднимается? Да это мы. Окей. Идет. Тихо, тихо, тихо. Идем. Может, сейчас откроем его дверь. Хорошо было бы. Здесь стрелять не может, так. Может, прицел принесет. Что, будешь рисковать? На самом край вообще. Я сейчас как всегда сдохну. Эх, как бы он с гранатомета вас не въебал. Я отойду-ка. Ты отойдешь, а я вниз снизу. Кого ты убил? А там, вот там. Из домика выходил. Что-то я очкую. Ага, слева прыг. Открыл двери от меня. Красава. Проходим. Вот здесь уже реально стрелять. Вот сюда, вот в этот угол. Да. Нам же ниже все равно надо. Так что давайте давай. Садите. Работай. Аккуратно, тебя не дамажит? Нет. Сверху кто? Не-не, не дамажит. Не, нет. Светает, что ли? Заебись, да. А, еще одна. Угу. 88 хп. Угу. Это ж Горн хотел тогда серу на сишки, а сишки хотел. Ага, внизу. Открыл. Падаю. Это я. Лут. Я жду там... его. Не топайте, не топайте. Он не знает. Он здесь, за дверью этой. Я еще лут нашел. Ага. Ждем его. Там в бухерке. Угу. Вот он, вот он. А нет, или что с кодовым замком? Че, блядь, с ним творится? Но здесь он, по-любому. Побейте кто-нибудь киркой, там наверху. Он подумает, что здесь никого нет. Есть чем ударить? Блять, сейчас, сейчас. Сейчас. Где топор? Бью. Давай. Ага. Ну да, по металлу-то он совсем тупец. Зато ты ему хороший рейд режим повесил. Упс, я ни разу не спалился. Ладно, держи. Блять, открывает, идет. Идет, идет. Еще выход надо к Андрею, чтобы не убежал. О, это фанат зеленого слоника. Почему? Ну вот, смотри, на баннерах. А, я его не смотрю. Ладно, я смотрю, что у него здесь порезал. Херня. Херня. Там выше лучше. Ну и пот. Идет. Я забрал 2-300 жира, 100 high quality. А выше это где у него тут? Чё? Ух ты ж, блядь. А такое, чё тут? А, это все его тело. Юра, ты залутал. Был этот сульфур. Полторака. Полторака. Угу. Че, все что ли? Ну и че, ты думаете весь лут его? Печки, наверное, там. А что это жарит? Это же внизу жарит. Угу. Да-да, печки. Адекват, внизу. Тащи. Иду. Так же бей, только вообще вот сюда под низ. Кто на улице бегает? Куда под низ? Это я. Вот внизу сюда, печь? Куда-нибудь. Да. О, я же сдохну. Нет, если ты будешь стрелять. Откуда? Вот отсюда, наверное. Или с лестницы. С лестницы попробуй вот отсюда, с угла самого. Уходить. Нормально? Угу. Все. Не запомнится, никто не лутает ничего, пока я не посмотрю. Так, сейчас подожди. Он чинит. Хилит, хилит, да врач. Я. Он хилит, это он, блядь. Я, блядь. Это он.
Во время рейда не может. Да, конечно. Все он может. Главное, что это... Когда ты замазываешь... Ой! Ты сдох? Я провалился, блядь. Есть шкаф? Что там? Нет. Кровать его. И все? Вот. Печки есть? Печки справа. Печки ниже. Его вообще нужно было с первого этажа, походу, рейдить. Угу. Пошли сверху вниз, блин. Гранатомет сломался. Три вот ракеты здесь они. Гони. За, они за... Не получится. Как три ракеты, если я тебя проносил на три стены? Не ты знаю. В базуке посмотри. Базуки заряжены обе было. Короче, я не знаю, три ракеты. Ну, три ракеты у тебя в инвентаре, и одна базука была заряжена. Ну, две базуки две были заряжены. Две в инвентаре, одна заряжена, я все посчитал. Охереть. А может, вторая базука заряжена, да? Так мы же на решетку потратили. А, точняк. А дерево есть у кого? Да. Гоу кирками. А что ты хочешь кирками? Вот это? Подожди. Это же просто периметр. У него печки вот здесь где-то прям. Вот здесь вот они. Фишка в том, что нам надо как-то выбираться отсюда. Ну, мы и выберемся. Там выбьем на улицу этими кирками. Ну, на улицу выбьемся кирками. Самогон, если бы... за одной ракетой? Кто к нам сможет? Это... Да никто. А, никто ракету не принесет. А, нет, есть ракеты дома. И спрыгнет сюда опять. Ну, я попробую. О! Бонни, вот, 300 хп у стены. Мы сможем на волю выбраться. Да? Да. Давай. В смысле мы на волю выберемся? Там потолок. Ну, там не улица. Вам фрагментный металл нужно? Где потолок? Ну ты вот снизу-то в окно посмотри, алё. Я дома. Ну это вот здесь вот это, а там-то выше. Парни, вертолёт летит. Угу. Отлично. Понял. Кто наверху у нас? Я наверху. Ну еще один спрыгнул. Еще один. Еще один. Трое. Ну вот тогда добей. Или ты где? Я не могу туда этот. На крышу. Залезть. Короче, держи тогда. Сверху есть. А, это Юран. Это Юран. Не-не. А, ну да, я здесь. Ну вот и держи. Да ты на нас-то не смотри, блядь. Держи. Удерживай. Идут. Сейчас я пролечу. Я жестко схватил. Ой, блядь, на сверху кто идут, прыгает? Идут. Сверху они, сверху они. Но ему придется прыгать сюда, здесь высоко. Ага. Нет, он уже где лестница? Один на ту сторону. Юрец, ты в красном? Не, в красном не. А, я в него попал, он на другой сводил, стороне. На... Джаст, он на там. Джаст, он там. Я в него попал. Так, ладно, короче. Я бью дальше. Хер на них. Короче, кто выглядывает, того ебать. Да. Ага. Это я выглядываю. Ой. Да не выглядываю лучше тогда. Да подожди, это вы. Они прям над нами. Я убил его. Джаст. А Юран напротив нас, он там за стеной. Вон он прыгнул. Да, я его убил его. Двоих что ли, минус? Одного убил. А, еще один остался. Один второй вроде внизу там. Анга. Сейчас я прилечу. Туда прыгни. Вертолет летит. Была там ракета? Так, у них тут много шприцов, аптечка. Став, блять. Да. Была там ракета? Где? В смысле, дома? Где? Да. Нет, тут только зажигалки остались. А скоростные? Скоростные. Да. Три бобовки. Нету скоростных. Как нету, блять, должны быть, смотри. Подожди, сейчас. Парни, три бобовки здесь нужны. Красный, блять, опять. Это кто? Да это я. Да ёпту. А нахера ты выглядываешь? Ты сказали, сука, не выглядывать. Так я ж бобовки говорю. Блять, адекватно тебе еще попал. Да нахер мне твои бобовки, блять. Сказано сидеть там и не высовываться. Беги, теперь прыгай. Блять. Что здесь непонятного, блять? Я не могу найти скоростной, нету чего-то.
Там же сундук с сишками. Даже если убьют, прибежим и убьем их еще раз. Да не убьют они нас. Спрыгнул. Прыгнул. Кройте. Вот откуда они пойдут? С дверного проема или с самого верха? С самого верха. Блять, упал. Они в смотровой вышке, да, типа ведь? Ну да, да, они запрыгнули на крышу. Отлично, пускай там и будут. Сейчас им пиздам. Попал. Самый верх. Еще внизу кто-то. Перезарядка. Да я покажу. Я тоже сказал, что он бегу. Доломайтесь. Продолжаю. Ну он тупица, его хэд поставить и все. Он... Опа, спали. Тихо, ёб твою мать, кто разрушил? Враги. Враги. А чё ж ты не всё загрейдил? Далеко? Я всё загрейдил, они каменную как? Захуярили. Каким образом? Не знаю, вот каменную... Солома, крыша соломенная, наверное? Нет. Нет. Я всё загрейдил. А балки, ты балки грейдил? Да. Прикинь, блядь, это вообще... Ты ещё лежишь? Не, он... Нет. Он в оранжевом. Отлично. Нет, стреляй всех, кто там будет. 4 хп. Давай. Так, я здесь, но я голый, смотри, слышишь, что Юран? Разбил. Сука. Я подбегаю к этой пристройке. Так можно допрыгнуть, нет? Ты голый? Да, это я. Где-то эти хуесосы там, внизу. А смотри, они сразу снизу будут. Вон оно, мое тело. А, они даже не облутали. Нет, они на крышу, как они спрыгнут. Чё, бью на крышу? Ой, на улице? Давай. Да, здесь уже, я думаю, Джаст справится, да? Джаст, да, закрой. Не, если они вдвое вылезут, то будет плохо. Да, мы среагируем. Не, Бонни, на крышу иду. Я если что уйду, они по вам не попадут. Они по мне попадут. Нет, по тебе никто не попадет. Да, конечно, дверного проема. Так, по траве наши, да? Да. Я забираюсь на постройку. Нас не зацепит. Сука! Попал? По мне, да. Филяюсь. Аккуратно, с болта сверху прилетит. Попал. Иран-то далеко? Фиг знает. А, вижу пристройку, да. Я просто собрал. С другой стороны, что ли, заходит? Ты меня взял оружие? А я с... Я со спальника бегу, я не с дома. Сука! А, у меня не зацепило, понял? Выбирается уебок. Хедшота дал. Отлично. Хайзенберг, которого Юрок убил. Тебе оружие брать? Бери. Все. Да возьми. Ну так он нашу пристройку разрушает, и у нас вон нихера там не загрейжено сверху. Этот... Ну солома, да, я же говорю, она не загрейжена, блядь, крыша. Я здесь остаюсь, да? Я бы взялся, знал где. Верьте их, блядь. А у него лук остался только. Сейчас я, блядь, бегу нахуй, пидост. А ты где сдох-то? Где ты умер? Да я внизу там сдох. Около дома? Я сейчас приду. Он разбивает пристройку. Принимай ТП. Все, а, не рушится все равно. Кого она не рушится, уже нету нихера от этой пристройки. Ты держишься? Я, короче, спрыгиваю пока отсюда. Спрыгивай. Потому что не вариант. Сидеть тут. Хедшот минус. Один. Второй остался. Иду в раш. Со спины. Там где ты умер? Подожди, где пристройка? Гранату кинул. Где он? Ах ты ж сука. Попал. Нихера минус. У меня, короче. Ебать, вот это я ебал. Так. Чё, убили его? И кто меня, это, блядь? Ебать, он просто... А, Юран. Фарш, да, меня с этой СНГ, блядь.
Все, я бегу за ракетами. Кто сбил? Блять, это что такое-то? Меня с крыши убили. Что-то карма какая-то. Это я вот спрыгнул. Так, ну ладно, держите, я иду туда. За ракетами. Вот так иду. В дом выстрелите, рейд режим. Это они с болта, да, лупят там? Да, да, да. Один за домом бежал вон направо. Угу, я слева иду. Вижу, я обходил. Вижу его, он там, справа от дома. Я понял. Хэдшот одному. Мне попали просто. Я тоже схожу с тобой. Ой, по мне попали. Я вижу тебя. За дом. Одному хэдшот, он в черном был. Их там трое. Двое? Третий. Трое разве? Да, одному справа хэдшот. Справа плот ходит. Левее, бери его, вот здесь. А, вы вдвоем, да? Да. Вот один вижу спит. Вижу его, лево. Блядь, у меня игра крашнулась. Нормально. Красавчик. Хуёво тебе. Попал. Там много домов. Иду ближе. Понял. Лекаюсь. Типа, подожди, кто это, блядь, сейчас лазерником посветил? Двое, да, правильно. Попал. Блядь. Хэдшот. Пиздец, блядь. Вот ты не вовремя, у тебя игра закрашилась. Я тебя, блядь, лутать. Идут к тебе, понял? Понял. Слева? Они нашего убили? Слева, да. Слышу. Я загружаюсь. Совсем слева. Минус. Я лутать пытался. Второй. Вижу. Тебе. Вижу второго. Второй идет к своему другу. Не попал. Обхожу левее. Он справа будет. Смотрю справа. Он за домом? Да. Не вижу. Справа. Попал. Так, на кого можно ТП? У тебя. Лево. Лево у тебя. Не вижу. Топай там. Еще левее обхожу. У меня. Справа. Лекаюсь. Хорошо. Давай. Он не ожидает. Я подманю его. А, он правее еще ушел, правее, в скалах. Перезарядка. Попал! Давай. Еще попал. Давай, я лекаю. Сука, вот это пролагало, блядь. Лекалки собрал. Два раза по нему попал. Не вижу его. Вижу, уходит. Он ушел за скалы. Нет, за дом, за шкаф. Справа будешь, что ли? Блять, короче, надо идти к нему. За дом направо ушел? Да. Надо от солнца отворачиваться. Да пиздец, солнце ебаное, все ебаное. Этого облутал? За шкафом он, нет. Пускай лежит. Точно за шкафом? Стрелял в меня, да. В кустах, возможно, где-то здесь. Возможно, под скалу отступил. Не, ну победа наш. Пошли того, облутаем. Это поможет кому? Ушел. 29 жира, я принес. По пути. Он может здесь живет, да не? Ага. Облутал? Пошли. Все, пошли. Ух, по вам попали. Мне слева в будку прилетело. Да. Опа. Я. Прилетело мне. Еще стоп, сзади стоп. Стреляют. Откуда сзади? Не знаю, откуда ты сзади. Оп, я на месте. Ну давай, я это. А, не вон они что сделали, да? Что они сделали? Что? Или это уже вы подолбили? Есть у кого что-то пару шприцов? Дайте мне перепрыгнуть туда, на ту сторону. От души. Подвинься, Юран. А он там труп валяется, походу. Оп. Он кильнулся. Да, труп лежит. Оп. Я оп. Спрыгнул. Оп, я на месте, никого нет. А, лут какой-то валяется. Болт они выкинули, они все выкинули, ё-моё. Дауны. Забрался. Кинули? Да. Так, печки вот здесь. Капкан. Адекват, бить. Походу я под лестницу. Я остаюсь. Почему? Скидываю тебе гранатомет. А, давай.
И не высовывайся тоже. А печку мутали вот. На геологичка, может, понадобится. Давай. Будем. Печку. Лов, железо, что-нибудь. Да, да, да. Все лутали. Не, ничего не надо. А что не скинули? Я да? буду вышку эту контролить. Уходите, стой. За меня. Блядь, как? Подождите, стой. По звуку, стойте. Она ровно под нами. Так Бонни, ну, вроде под лестницей. Где-то под лестницей. Чего, Джаз? Сюда можно залезть и расхуярить. На под лестницу тоже не задамажит. Все, стреляю, не лезьте. Проще. Бля, ну мне почему-то кажется, что левее. Я его замутил, блядь. По-моему, с первого этажа было бы легче, да? Ну откуда ж мы знали, что у него все на первом? Ну легко говорить. Лут еще, и печки были левее. Не знаю, это здесь херня. Но нам хватает. Вот тут от печки. А, тут пробить можно, да? А печки вот они. Да. Если бы мы пошли снизу, он бы, короче, наверх все притащил. Ты знаешь, ну палка да. двух концов. Уходи. Есть спальник поломать? Уходи, ты не подходи, кто там? Бля, я надеюсь, цепанул? Да, цепанул. Скоростные пошли. Шестьдесят пять хп они бьют. 75. Шкаф. Отлично, шкафчик. Печки. Пошли. Давай, смотри. И лут. Очистил. Стоит. Лежит. Блять, Юран, сука, вот опять ты лезешь с башкой, блять. Убил. За что? Сука. Так, 5000. 7000 угля, металл. Шкаф, походу, лучше разбить свой посыл. Иди, Боня, смотри. Спрыгнул кто-то. Спрыгнул пускай, кто-то. Пускай. Боня, иди лутай. Оп. Пролез. Кто? Свои? Петухи. Свои петухи. Ёб твою мать, пацаны. 6+6+3 ракеты. Да ладно? Да. Ах, вот пиздюки, ёбаные. Вообще норм. Не зря, блядь. И два гранатомета. И так, короче. Сюда подстрой, слышишь, фундамент. Металл, сюда, один гранатомет выкинул. А я на пристройку. Топливо. А зачем пристройку? 43 тысячи угля, бинго. Да ладно. Отлично, долутывайся. Мне не хватает места. Остальные печки вообще пустые. Так, все, я вылез. Иди, проходи. Вот еще железо. Вот, проходи, Став. Карталый лох. Что, блядь, по подстройке? Сверху стреляют. Кто по постройке? Я ломаю постройку, блядь. Ебать, ты меня напугал. На постройке один кто-то. Ой, вообще. На постройке кто? А, понял. Ты? Я, да. Я же говорю, я на постройку. Ёбаный, блядь, сука, по голове, блядь. Став, долутаешь? Став. Ты чё тут вкрутал, блядь? Да, я уже долутал, всё. Долутал? Всё, уходим. Чё, спальник расхуярить? Да забей, ты чё, нормально всё. Шкаф поставьте свой. У кого дерево есть? У меня. У меня? У меня. Я сейчас поставлю, загрыжу. Причем смотри, ты можешь, мы на выбили улице, ему фундамент. Мы ему фундамент выбили, он не сможет его заремонтить. Ты можешь шкаф туда же поставить. Так, все, я до дома. Кто у меня в сопровождении? Я. По нам стреляют с берега. Пошли. Дай хуй на них. Я все основное несу. Угу. Yeah.